Слышал каждый. Слышал каждый этот неприятный звук, когда по стеклу да пенопластом вызывает приступы телесных мук, а у некоторых даже и припадки. И любому музыканту режет слух, когда мимо нот да свиной голос, тоже приступы, но здесь душевных мук, водки хочется или хотя бы рассола. И, конечно, всем надоедает звук, когда каждый день соседи сверлят. Кажется, что в стенах там за много лет не осталось и живого места. И рассказывают, самый громкий звук истребитель издает низколетящий. Вызывает в людях даже не испуг, панику у беззаботно спящих. Я задумался, какой же для меня самый неприятный звук и страшный. Тихо тикали часы, всех в сон клоня, издавая звук слегка протяжный. Это очень злой и неприятный звук для того, кто очень поздно начал. Сон проходит моментально под их стук, как бы не прошла еще удача. Понял я, что это самый страшный звук для меня, ведь начал очень поздно. Подгоняет их неторопливый стук, надо бы успеть добраться к звездам. Сочинить надо успеть хотя бы 100, или лучше как Битлы, хотя бы 200. Еще лучше как Высоцкий, тот 500, сочинил и спел прекрасных песен. Рокеры мне часто задают вопрос, как я умудряюсь сочинять так быстро, и я понимаю, тиканье часов не пугает еще данного артиста.